Малый и средний бизнес Карагандинской области получили реальную помощь от общественного фонда развития предпринимательства «Даму». Обучение менеджменту, получение консультаций, составление необходимых документов. Все это можно будет сделать в открывающихся центрах поддержки предпринимательства. На открытии такого центра в Саране побывал наш корреспондент Сергей Высокосов. В соответствии с программой развития моногородов на 2012-2020 годы, утвержденной правительством Республики Казахстан, Министерство экономического развития и торговли Казахстана совместно с фондом «Даму» открывают центры поддержки предпринимательства во всех регионах страны. Одним из первых подобный центр открылся в Саране, в помещении Центра обслуживания населения. Сегодня основная новость – это открытие центра поддержки в 4 моногородах нашей области и открытие мобильного ЦОНа. Это основная мудрость. На следующий год мы планируем открыть такие же центры поддержки во всех моногородах Карагандинской области. Темиртау, Абай, Шахтинск. Кроме того, наш мобильный ЦОН будет также предоставлять услуги по всем регионам Карагандинской области. Такие же центры созданы во всех областях Казахстана. Предприниматели могут получить субсидирование по этим займам до 7% от ставки вознаграждения по займу. Кроме того, мы можем также предоставить частичную гарантию по займам второго уровня. Если ваш проект приоритетный для региона, вы можете обратиться в банк. Если у вас не хватает залогов, можете обратиться в фонд «Даму» за получением гарантии. Весь спектр услуг предприниматели будут получать и в глубинке с помощью мобильных центров. На специально оборудованных автобусах специалисты будут выезжать в отдаленные районы и оказывать консультации. Отпадет необходимость постоянно выезжать в областной и районный центры, а охват населения возрастет в разы. На сегодняшний день фондом «Даму» проконсультировано свыше 700 предпринимателей. На пресс-конференции аким Сарани Сергей Касимов приветствовал такое начинание в регионе. Малый и средний бизнес города развивается достаточно динамично. Объем продукции предприятий малого бизнеса порядка трети всего объема города. Это почти 7 миллиардов тенге. Но по численности 28% занятого населения – это работники предприятий малого и среднего бизнеса. На сегодня в городе зарегистрировано 1092 предпринимателей индивидуальных, ну и 298 предприятий малого и среднего бизнеса. Городским ультиматум принято решение об открытии центра предпринимательства в будущем году. Вот, так что это хорошее подспорье для развития в целом. На сегодняшний день региональным фондом развития предпринимательства «Даму» реализуется 25 программ по финансовой и информационно-консультативной поддержке предпринимателей. Сергей Высокосов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.